все заново там, где течет река. И от ее Алисы стала дочка рыбака. В ней души не чаял ее старенький отец. Все мечтал красавицу отправить под венец. Но ужасный зверь таился в глубине реки. Злобный, отвратительный, хотел ее руки. Раз отец на лодке мимо рифа проплывал, и с тех пор никто его и дочку не видал. Стал шестой Алисою талантливый стрелок. Мог в любую цель попасть, легко спустив курок. Мальчик одноглазый, захвативший темный лес, он дрожать заставил весь народ стерный чудес. Но прицел однажды по ошибке соскочил, и певца на площади мальчишка застрелил. Но народ не смог простить ошибки роковой, за нее Алиса поплатилась головой. А седьмой Алисой стала девушка одна, во дворце служанкою работала она. Платье королевы обожала примерять и, вертясь у зеркала, мотивы напевать. Но у стен дворца восстал разгневанный народ и ту Алису потащил на эшафот. Платье королевское одетое она, пламени костра была до пепла сожжена. Сколько в мире Алис не сосчитать, все забыли, что их вначале было пять. И что ни день, то во дворце прекрасный бал, ведь их так много в стране зеркал. Стал целитель новою Алисою восьмой, порошки и травы все имел он под рукой. В жизни человеческих отшельник знал секрет, обещал, что проживут больные сотни лет. Дрогнула однажды целителя рука, и он насыпал слишком много чудо-порошка. Новою игрушкой стал он в кадовской стране.